А тем временем, друзья, в Геленджике внук известного режиссера Петра Тодоровского начал работу над своим дебютным фильмом «Love Story». Кто сыграет главную роль в ленте? Почему съемки превратились в настоящее испытание для актеров? Света Гостева в курсе происходящего. Один, два, два. Театр начинается с вешалки, а съемки фильма с хлопушки. Этот предмет помогает режиссеру монтажа ориентироваться в отснятом материале. А вот знаменитый хлопок – это уже традиция, которая осталась с прошлого века. Лет 20 назад щелчок нужен был для проверки звука. Вот так. Хлопок слышен, значит, все работает. Фильм «Путешествие Love Story» снимают в нескольких городах. Большая часть съемок проходит не в павильонах, а на природе. Из-за этого на каждой точке приходится разбивать целый лагерь. Экскурсию по своему вагончику проводит исполнительница главной роли в роуд-муви Вильма Кутавичута. Здесь, видите, ничего нет. Здесь это такая мнимая кровать, где, типа, якобы очень удобно. Но дико неудобно. Вот. Все смотрят, подглядывают, стучат в окна. Вот. Туалета тут нет. Он, видимо, просто водитель не хочет его чистить, поэтому сам пристрелил гвоздями. Вот шкафчик. Шкафчик работает. Актриса признается, каждый съемочный день – испытание. То холод, то нужно море купаться, то как бы за 15 научиться, как из ружья стрелять, то съесть там яичницу 15. Действие фильма происходит летом, но это по сюжету. На самом деле на термометре плюс 10. Сильный какой-то северный ветер, мы не успеваем снимать из-за этого. Вот. Но мне кажется, что то, что успеваем снимать, то довольно точно. Я, во всяком случае, очень на это надеюсь. Но ни дождь, ни ветер искусству не помеха. Съемочная группа в пуховиках, Вильма в тонкой розовой пижаме. На мушке у актрисы партнер по фильму Александр Петров. В отличие от второй половины, один из самых перспективных молодых артистов России одет теплее, на нем есть даже пиджак. Какая-то злость возникает на все, и на погоду, и на природу, и на то, что происходит. И от этой злости рождается что-то такое, какая-то правильная очень энергия, которая помогает фильму. Love Story – режиссерский дебют Петра Тодоровского-младшего, внука легенды советского кинематографа Петра Ефимовича Тодоровского. Сценарий картины написал сам. Это история про актера-неудачника, который подрабатывает таксистом и спустя много лет встречает свою первую любовь. Девушка – его случайный пассажир, и ей нужно успеть на свадьбу с женихом-бизнесменом. Всю дорогу шофер будет вновь завоевывать сердце красавицы. Кстати, на роль красавицы из всех актрис Вильма пробовалась первой, и ее сразу же утвердили. Если учесть то, что я впервые в жизни так всерьез кастинговал, у меня было какое-то странное ощущение, что, может быть, я что-то не понимаю. Потому что первая же актриса, которая пришла, мне дико понравилась. У меня было ощущение, что она просто идеально подходит. Да, Саша? Вот так идеально подошел к нам в кадр и на роль в роуд-муви Александр Петров. Утвердили его так же быстро, как Вильму. А вот случится ли свадьба и чем закончится Love Story, узнаем после выхода фильма в прокат. Кадр снят. Стоп. Светлана Гостева, Иван Тютев. Про новости.